Я не знаю, если я эту сейчас на Хеймдале не выиграю, я тогда вообще не знаю, как выигрывать в смайте, если честно, на АДК. Что-то в этом сезоне что-то вообще жестко. Непонятные изменения, конечно. Так. Так, почапали, чат, почапали. Удали игры. Нет. Через горн пойдем. Через горн пойдем. Я не могу ранг восстановить на инквинке. Там либо условия. Там поменялся только уровень, по-моему. Как у вас с карантином, здесь хорошо. Сидим, чилим дома. Я рез, нифига. Блин, у них опять есть кукулькан. То есть это минус замеса нормальный. Сейчас попробую, короче, из Хеймдаля собрать так, чтобы он с руки наваливал жестко. Блин, вот опять, ну что, какая пауза, блин, алло. Работа хорош. Локи норм? Ну, не сказать. Я могу даже, наверное, объяснить, почему Локи не совсем норм. Господи, как они запарились со своей паузой. Не, недолго, калачик. Просто я думал то, что еще на стриме State of Decay будет, но, скорее всего, я, наверное, в Call of Duty пойду. Я хочу в Call of Duty поиграть. Да, да. Как тебе скин работал, Вася? Огонь. Вообще очень крутой. Ну, на Ра, кстати, мне почти все скины нравятся. Вот реально. Я не знаю, какой мне не нравится. Надо подумать. Не, на Ра мне даже старые скины нравятся. Вообще древние, которые очень круто выглядят. Вот. По поводу того, Локи почему не имба? Во-первых, он типа убийца, то есть в теории должен стоять в джангле. В джангле он не может нормально чистить кемпы, ему нужна двойка прокачанная. А чтобы гангать, ему нужна тройка. То есть это уже не очень хорошо работает. Вот. Соло, единственное, что он на соло может стоять нормально. Более-менее адекватно. Хорошо. Меч имба вообще, меч имба. Не знаю, на что они сейчас рассчитывали, конечно. Так, блин, я надеюсь, он вернется. Эй. Ой, блин, я его случайно дал. Я думал, он не поставился, прикинь. Это, мне кажется, то, что к нам сейчас придет Бастет. Я говорю, сейчас Бастет придет. Здорово, мой гранд, здорово. Блин, вернись, пожалуйста. Не хочу проигрывать и эту катку. Be right back.
Че, как дела у вас, ребят? Майгран, как дела? Может быть, мы вчетвером выиграем? Там обнова была в Bleeding Edge, Майгран, ты видел, что там? У меня на 10 гигов обнова. Я еще не посмотрел просто. Работая, все дома сидят? Ну да, сейчас все из дома работают, я тоже из дома работаю сейчас. О, смотри, вернулся, нифига себе. Второго левела, правда? Блин, у нас Арес, посмотри, что делает Арес. Он один линию просто дамажит так. Жесть просто. Братик, нет. Ты меня погубишь. Я тоже умру здесь. Давай. Убьет его? Убьет его? Так, 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 так. Теперь текаем, теперь текаем. У Аполлона есть ульта? У Аполлона нет ульта. Все хорошо. Блю протокол. Прикольно. А, окей. Да я видел, они же спамили, типа, be careful. Я думал, то, что сейчас кошак придет. В ассасина гамал? Что за ассасин? Ты какой проходишь? Что-то я думал, я ультом больше нанесу урона Бахусу, нет? Origins, ага. Ты же сколько в нее играешь, ты наиграл. Не, я стал этот. Сейчас Red Dead Redemption прохожу. Надеюсь, часов за 50 управлюсь. Enemies in left lane. Be right back. Okay. Так я тоже, я тоже. Я в Red Dead Redemption максимально чилю. Я вообще никуда не спешу, там, лол. Так кайфую, вообще жесть. Мне кажется, то, что я буду часов 300 проходить. Нет, Илан, я знаю, как его ульт работает. Просто странно, я думал, урона-то побольше будет все равно. Он покажет, что ли, стоит? Ну да. Я его убью, кстати, могу убить. Блин! Он так убью, не умру, надеюсь. Я не знаю, зачем она факашит на линии. Стримишь, Родер? Не, я, слушай, не стал я стримить ее. За, мне кажется, никому, ну, не будет интересно ребятам РДР смотреть. Так я думал, он улетит на ульте и побежит, а он полуафкашный. Ты будешь Resident 3 проходить на стриме? Наверное, нет, ребят. Сейчас я же говорю, сейчас с донатами туго, типа, а его покупать за 1200 или сколько он там продается, пока нет вариков. Так что, сорян бы. Это даже не байт на донаты, это просто как констатация факта.
they do. An ally has been slain. I may be all seeing, but my allies. Not so much. Be careful. А сейчас везде ограничения, калач. Сейчас везде ограничения по скачиванию. Даже у PlayStation серваки сейчас ограничены в скачивании. Ты не знал, что ли? Чтобы сеть провайдеров не нагружать, ну и сети этих. А ты так и не попробовал колду? Я сейчас буду либо в пати играть, если никого не наберу, то один буду. Лучше, конечно, в пати было бы играть. Пати попроще. Я вот сейчас вам покажу, вы увидите, как я один буду дохнуть вообще по КД в колде. Пати у Кати, в смысле? Ты про шо? Это шо, ля? Понимаю. Сейчас скачаю обновленную Assassin's... обновленную, в смысле, пираточку. Понимаю. Не должен дохнуть в колде. Не, правда, вы сейчас посмотрите, вы офигеете, вот кто останется на колде. Я, кстати, в конце стрима по колде игру разыграю еще. Если что. Там недорогая игра, но вроде как хорошая. 5к дорога, она же не стоит 5к сейчас. Или ты на плойке играешь, Квинки? Ты, по-моему, на плойке, да, играешь? Она играет тоже стопудово в пиратку играет. Вон ли ПК, так она не стоит 5к тогда там. Сейчас тем более в Uplay скидки, если что, на игры. Он догнал в итоге и убил, лол. Что за этот? Ну в ассасин у тебя пиратка, да? А ну признавайся. Кто играл в Monster Hunter? В смысле, я играл в Monster Hunter, алё. Все жду, когда мне кто-нибудь DLC подарит, но не ты. От Майгранта жду. Стоит брать? Если любишь грин, то да. А скидки брал? Хорош. Monster Hunter очень крутая. Не успеваю спушить. ПВП там есть? Нет. Только фарм. Но там такой фарм, что и ПВП не надо. Ой, блин, это первый. А, не первый. Не может даже подраться нормально со мной. Так. Да я думал, но потом они вроде как вернулись, судя по карте. Бля, у нас РС что делает вообще, да, гнет? Come on!
Сергей убивает всех. Блин, я хочу подраться с Аполлоном. Господи, что это за урон, чат? Ладно, я хотел нормально с ним подраться, но пришлось так. Ладно, надо заси идти. И хочу что-нибудь вот такое вот, наверное. Так. И что-нибудь вот такое. Спасибо, ребят, за подписку. Чего вы там ржете? Чего вы угораете? Не пойму. Не понял. Арес топ. Арес очень сильный. Арес в принципе сильный, а у нас так еще вообще жесткий. Да, слушай, согласен, у него ульт имба, и он еще мало того, что имба, он очень много урона наносит. Купил колду, что-то не... А, какую ты колду купил, подожди. Ты про какую колду? Если ты про эту, которую я играю... Это мертвый, братик. Мы их просто распилили, посмотри как. Да ты шо? Вот новую. Ты ремастерит купил новый? Серьезно? Блин. Если бы у тебя была Modern Warfare, вот в которой я буду играть, тебе бы дали бонусы всякие. Я тоже ее хочу купить. Но 1200, камон. Я хочу колду 1200. Хочу... Типа этот... Monster Hunter 1100 DLC. Это капец, короче. Слишком многого хочу. Понимаю. Обосрался. Так где Warzone? Ее не нужно было покупать, если ради Warzone. Я думал, ты ремастерит купил. Или ты про что? Вообще не пойму. Карта рандомная. Ты что-то не то купил. Как называется игра, которую ты купил? 1100 сейчас по скидкам стоит, дядь. Понимаю, домой. Полетели домой на колясочке. А, скидки кончились. Ну, капец. Тогда я точно не покуп. Тогда я точно в пролете. 1300 брал. Не, значит, ты не про колду, не про ту колду, не про Modern Warfare. Точнее, не про ту, которая Warzone. Все проспал. Это да, с этим карантином, блин. Ну, теперь мне DLC на Monster Hunter точно не видать. 1600 это жесть. А у меня в стиме 7 рублей, по-моему. Вообще урона как будто не нанесло. Да серьезно? Ой, она умерла от этих, хорошо. Да, да, да сейчас это вообще жестко. Для маленьких стримеров, типа вот с маленькими каналами, это жесть. У меня было на... На YouTube, на Твиче 15 сабов, по-моему. Угадаешь, сколько осталось? Хорош! Вот это нормально, вот это нормально, я понимаю.
На последнюю минуту. Ну, я тебе говорю, сабов не останется. Вообще крайне мало будет сабов. И энта печаль. Блин, сейчас красиво ушел, да? Не, вообще нормальная, кстати, катка на Химдали пока что. Очень он жесткий. Лаки, в смысле лаки, алло? Никаких лаки, он ли скилл? От ульты отошел, это вообще пушечно было. Блин. И блин, К нету, лол. Бум, бэйби. Здорово. Там баг был с кланами. Так что нормально все. Ой-ой-ой, бицы. Как же вкусно, да, через блинк? Как же вкусно через блинк на Химдали, чат. Хорош. Не, Химдаль жесткий. Я не знаю, почему они его не забанили. Давай-давай-давай. Хорошая игра. Не, нормально, нормально побахали. Вот за такую игру можно и лайкусик поставить, рили. Надо бы ее на ютубчик, наверное, залить, да? И лайкусики, лайкусики. Повыпрашиваю там и донатики. Ой, донатики, подписки.